И вновь предупреждение. Почти весь май был окрашен в оранжевый. Теперь настала очередь июня. Ветер, говорят синоптики, будет нехилый. Во время сложных погодных условий ГАИ просит водителей быть внимательнее, не совершать резких маневров. А пешеходам рекомендуется не забывать носить фликер. Во время непогоды видимость ухудшается в разы. Сильный дождь в китайской провинции Юнань вызвал сели и оползни. На юго-западе страны 2 человека погибли, еще 6 пропали без вести. Всего пострадали больше 10 тысяч жителей, почти 3000 человек успели эвакуироваться. Таких осадков в регионе не было никогда, отметили метеорологи. Лило сутками напролет. Тем временем на индийский штат впервые за 129 лет обрушится тропический циклон. Тут объявлено красное предупреждение. Порывы ветра могут достигать 130 км в час. Завтра в Бобруйске после обеда синоптики обещают дожди и грозы. Утренний восточный ветер к вечеру сменит южный. Днем воздух прогреется до 14-16 тепла. Ночью будет прохладно от 7 до 9 со знаком плюс. Кристина Рианс, Максим Галеонко, Бобруйск 360.